Настройся на романтику. И у нас в гостях сегодня Гарик, лидер группы «Бурито». Гарик, здравствуйте, привет. Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуй. «Бурито», насколько многие знают, может быть, кто-то не знает, в данном случае не имеет отношения к мексиканской еде. Да. Хоть приятно созвучно слышать уже от ведущих, что уже сейчас мне не приходится много рассказывать. Ведущие сами все говорят, что «Бурито» — это три иероглифа, которые олицетворяют «Бу», «Воин», «Ри», «То». Ну, «Ри» — это, понятно, истина. Хотя иероглиф «ри» означает и истину, и логику. Мы берем транскрипцию как раз, вернее, транскрипция. Мы берем и значение истина. Прикинь, с утра, да, как тяжело мне говорить вообще. У меня мысли сейчас. Ну, так, артистов вечер — это, такой, это самое яркое такое время. А вот с утра бывает иногда тяжело. И, в общем-то, все это прекрасно понимают. Проект «Бурито» — достаточно давнишний проект. Давно мы организовались. В 99-м году, лет, в 99-м да. году, да, то есть, ну, это было, это такой был серьезный опыт поднятия какого-то первого проекта, и абсолютно, наверное, с тех пор у нас осталась одна единственная задача, один единственный девиз — вне рамок, существовать вне рамок, несмотря на то, что первое бурение, мы называем как раз 99-й год первое бурение, это был опыт... Мы около года репетировали, никуда не вылезая. А в итоге стали играть в таких известных клубах на тот момент, как «Свалка», «Бункер». То есть, и когда мы пришли к пониманию того, что рок против аншлагов, потому что на наших концертах было 5-6 человек наших друзей. Хотя и были моменты, когда мы выступали на больших площадях, на стритболе и так далее, где было больше 30 тысяч людей. То есть мы получили опыт колоссальный. Не удалось в тот момент это удержать, мы были не готовы, возможно. Возможно, просто, ну, мы должны были немножечко перебродить 12 лет хотя бы. У каждого же период брожения. Чем коньяк, он дольше стоит в дубовой бочке, тем он дороже. Вот как раз-таки вышел альбом, в нем совершенно разные направленности треки, да, там и дабстеп, и R&B, и альтернатива, и в то же время лирика есть, которая есть. Очень близка нашим слушателям, именно слушателям радио «Романтика». Казалось бы, да, такой продвинутый, очень мощный звук, звучание у песни «Мама», но она очень лирическая. Как бы у медали две стороны всегда. И вторая сторона песни «Мама», ее как раз сторона, которая открывает ее в абсолютно других тонах, это акустическая версия песни «Мама», на которую я тоже снял клип. То есть есть два клипа. Есть официальный клип, который снял Сережа Ткаченко, замечательный киевский режиссер, просто потрясающий. Там, где я был, так долго не было света, я оставался один на чужих берегах. Мое солнце не здесь, оно просто прячется где-то. Но каждый новый мой шаг будет шагом в его лучах. Забери меня, забери, забери меня с собой. И есть мною снятый клип. Разреши мне быть рядом с тобой, мама. Забери меня, забери, забери меня, мама, под небом другим остывать будут только наши следы. Но, помимо всего прочего, ты еще, безусловно, романтик. Да. У тебя прекрасная жена, у вас замечательная семья. И скажи, что для тебя романтика, какое место она в твоей жизни занимает, и как ты можешь охарактеризовать иногда, вот это иногда, слово, это почему понятие? Почему так Санка мне говорит, что я не романтик? Иногда. Но, в пылу. Да, наверное. Романтика, она проявляется во всем. Романтика, она, во-первых, проявляется и в том, что мы как сказать-то, то есть опосредованно. Мы сделали татуировки одинаковые, да, как познакомились. У нас на кольцах даже слова, не слова, то есть шанти, да, на санскрите, это гармония, то есть эти татуировки мы нанесли и на кольца, получается, да, вот, шанти, соответственно, это гармония, мир, и самым главным, наверное, самой главной наукой семейной, это как раз поиск этой гармонии в любых состояниях, да, то есть будь то вы там в состоянии конфликта, либо любви, и вот этот поиск постоянной гармонии в семье, приятие, принятие,
Это да, это вот как раз тот самый, наверное, самый важный романтический круг, который в семье должен быть постоянным. Уважаемые романтики, Гарик Бурито был у нас сегодня в гостях, лидер группы Бурито. Спасибо тебе большое. Спасибо вам. Буквально пару слов для романтиков хочется услышать пожеланий. Не переключайтесь с правильной волны, дышите романтикой, слушайте музыку и не переставайте быть романтиками. Видимо, иногда это спасает. Спасибо, Гарик. Счастливо. Пока. Строки рождены уставшей рукой, эти рифмы приходят сами собой ночами темными. Твое дыхание дает мне ритм, музыка цепляет сердце, пока город спит. Новые песни, старые темы, звукоизоляция не решит проблемы. Соседи за стеной отбивают свой собственный бит, они не любят музыку, пока город спит. Только ты, только я, видны друг другу с любой точки зрения, глазами сонными, наблюдая, как кто-то молчит. Превращаемся в музыку, пока город спит. Каждый миг рождает новые ноты, добавляя голосам низкие частоты. Шепотом, шепотом, что потом, что потом. Думать не будем пока ни о чем. Пока город спит, 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 пока город спит. Радио «Романтика» 98,8 FM.